Доброе утро, всем хорошего настроения, 2 сентября, солнце встает на востоке, такое солнышко классное, котики вот вообще тут уже порезвились, покушали, уже отдыхают, вот они молодцы, вот они красавчик, красавчик, вот этот красавчик любит на себя смотреть в зеркало. У нас был потоп, мы выкинули всю мебель почти, ну и зеркала поснимали, ну и в разных местах, там в своем доме живем, там во дворе зеркала стоят, там дома где-то там возле в уголочке, да, там, чтобы не зацепил никто. И вот котики гуляют, три осталось братика, двух сестренок и братика забрали, вот осталось вот этот красавчик, я его назову, он любит на себя смотреть в зеркало, да, мой хороший? Этот вот такой уже все отдыхает. Этот вот покушал, водичку пьет, да? Молодец, вот такие. Отдадим котят в хорошие руки. Вот так они живут, вообще тут им классно, вообще классненько. Ну, у нас тоже все хорошо. Михаил Михайлович в гости зашел. Запустили вчера печь, открыли отопительный сезон 1 сентября. Сегодня 2 сентября. Все там подкорректировали дверь, входная не закрывалась, поменяли замок. Но самое главное, затопили печь, потому что все дрова утонули. Вот сушим. Уголек тоже перебрали. Все чисто, все сараи почищены. Все, вот, все сушится после потопа. Уже 20 суток боролись с последствиями потопа. Две квартиры, два дома восстанавливали. Восстанавливаем. Ну вот сейчас этап уже все выкинули. Все там, линолеум сорван. Фанера сорвана, там обои сорваны, клеенки сорваны. Сейчас этап сушки, поэтому вот дровишки сушим. Вот. А сегодня позвонили заказ. Покосом территории еще занимаюсь. Вот триммеры надо подкорректировать. Тут это самое, подкорректировать надо триммеры. Там холостой ход, подача воздуха, подача топлива. Что-то бензина стали поболее кушать. А вот у них у кошечек вот павильончик вот такой. Ну, они уже выросли, а когда были маленькие, они жили здесь в павильоне, качались. Это вот уголь весь перебрали, осталось. Ну, подсохнет, тоже пойдет мелкая тема. Ну, ладненько, все, на природке, солнце встает на востоке, хороший денечек. Друзья, но чтобы вам было не только интересно, а и выгодно, и полезно, чем могу вам пригодиться, 27 лет занимаюсь сетевым маркетингом, и вот в меня входили темы сначала там по здоровью, потом по красоте, потом по всяким финансам, брокерские счета, криптовалюты. Ну, в теме, да, индустрия сетевого маркетинга, она обширная. Вот как вы заходите в супермаркет, есть разные товары, да, там мясные, рыбные, там, да, хлебобулочные, там фрукты, овощи, алкоголь, там, да, вот, десерт. Точно так же в индустрии сетевого маркетинга там есть разные схемы. Вот, и сейчас завтракаем с Михаилом Михайловичем. Большое спасибо, помог мне реально. Без него бы было бы... Да, что-то даже я бы без него бы и не сделал. Я паровоз завел. Да, паровоз смогла на печку. Вот нашел я старую тему, это были инвестиции в кизлярское вот оборудование, в смысле в кизлярскую продукцию, да, вот такие визиточки были, вот Староженко. Это проекты были, это не только БАДы, не только косметика, не только сотовая связь, не только там бриллианты, помню, качали неликвидные 0,25 каратов. Вот такая тема, да, плюс 7-914-974-45-45 голосом и плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, это старый телефон. Так вот, надо было, всем нужны деньги. Вот продукция вот такая, да, кизляра, по-моему, вот, нажиманы, да, сувенирные продукции. Вот я нашел журнал, я таких 20 журналов купил и предпринимателям богатых нашего города раздал, да. Ну, все это мимо пролетело, забылось, потому что у каждого своя движуха. Вот смотрите, вот такие вещи. Какие-то вещи я увидел даже у Владимира Владимировича Путина, тут стоят на рабочем столе, вот здесь там с этого, с малахита, вот такая штука я увидел у Путина, да? Видел, вот. Вот такой у Владимира Владимировича я увидел. Вот такие вещи. Вот, поэтому, друзья, сетевой маркетинг – это индустрия, это
не просто там БАДы, там косметика. Это всем нужны деньги, да? И чтобы кредиты не брать, организовывается там, допустим, большая масса людей, которые на перспективу готовы вкладываться, да, которые ищут тему какую-то вкусную, да, и там создаются всякие схемы, да. Ну, идет финансовый поток, и надо, чтобы люди прибывали, да. Создание, это получается, что такое, ну, сетевой маркетинг, без разницы, хоть там под сувенирную продукцию, хоть там БАДы, хоть косметика, хоть там связь, хоть товары для дома, хоть товары для автомобиля. Получается, это движение товара или услуги от производителя до конечного потребителя через сеть обученных консультантов. Вот я являюсь консультантом, да? Но этих консультантов надо найти. Я уже ищу других консультантов. Если я верю в эту тему, да, и мне увиделись перспективы, и по моральным принципам мне эта тема вкусная, не противоречит, я начинаю за нее качать. Поэтому организация движения товара или услуги от производителя до конечного потребителя через сеть обученных консультантов. Но этих консультантов надо найти, обучить и сохранить. Вот это моя работа. А направления могут быть всякие разные, да? Всякие разные направления могут быть. Разные товары, разные услуги. Вот. Главное, чтобы они мне виделись вот перспективными, да, и я начинаю за них качать. Ну, конечно, за 27 лет такой работы я вот сейчас остановился на таких титанах, китах, компаниях. Это lambre.ru, парфюмерия, косметика с Франции. Это lambre.ru. 20 лет. В лучшие времена была сеть 980 человек. Но я сам нашел 150 человек. Кого-то нашел, летел в самолете из Владивостока в Москву. Кого-то нашел в самолете, летел из Москвы во Владивосток. Да, я сам с Уссурийска. Ну, 110 километров от Владивостока, Уссурийск, Приморский край. 7 часов разницы со временем с Москвы. Кого-то нашел, отдыхая там на Хасане, на море, там в Андреевке. Кого-то нашел там где-то в тайге, мы были, шишковали там, допустим, там, или елку новогоднюю пилили там. Кого-то там встретил, там березовый сок мы собирали. Кого-то я встретил там коттеджный поселок, там, где мы ловим креветку мизида там на море, там, допустим, да. Или кого-то встретил на рыбалке, там, допустим, около костра, да. Я везде, если человек думающий, что мы объединяем? Люди все хотят, чтобы в семье были все здоровые. Люди хотят, чтобы было, мы приятно выглядели, да, ухаживали за собой там кремами, косметикой, парфюмерией. Ну, давно это уже все придумано, да. Нужно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки, да, этими кремами, там, косметикой, там, девушки, парфюмерией, да. И финансовые потоки, да. Нам интересно, что зарабатывать инструмент как деньги. Не сами деньги, а то, что мы можем купить на эти деньги, то, что мы можем поменять на эти деньги. Вот нам сейчас надо делать профессиональный ремонт. Мы как бы утонули, там по подоконник была вода в одном доме, там выше середины окна было в другом доме. Все, мебель вся уничтожена, надо заново все делать, ремонты там, закупать мебель, нужны деньги. Но подготовить человека, там, допустим, по косметике или по здоровью, это долгий процесс. Это долгий процесс. Даже может занимать 6 месяцев, чтобы подготовить специалиста, который будет находить и других специалистов, и будет создаваться вот эта сеть. А мы с этого имеем товарооборот от компании-производителя. Но это все передается по наследству. Видите, это перспектива. Это не только в дороге кормят, и мы зарабатываем деньги, но это еще и в перспективе. Это место, которое мы создаем. Матрицу эту вот, как бы визуально, если создать, можно все. И юриспруденцию, и образование, и медицину, и военное дело. Можно все переложить в структурное такое построение. Да, там в центре, допустим, командир полка, вокруг него, там, допустим, там зампо тыла, там начмед, службы, да, там, допустим, там батальон, там, допустим, учебные роты, там рота обеспечения, там, да, рота связи, там караульная рота, да. Вот, и все это можно в структуру переложить. Точно так же в сетевом маркетинге. Мы приходим просто клиентами, потом мы становимся консультантами-дистрибьюторами, если нам эта тема интересна, и мы хотим по более выгодным ценам брать. Затем мы ищем себе подобных, кому интересна эта тема тоже, здоровье, там, красота, там, или финансы, да, параллельно к той работе, которую вы, чем вы занимаетесь, да. И, получается, компания-производитель за счет увеличения численности и качества вот специалистов, да, растет товарооборот, и это распространяется вокруг нас, вокруг населенных пунктов,
200 стран мира, 300 миллионов русскоязычных людей, 8 миллиардов населения. Интернет нам в помощь, да? И получается, что... Но кто-то один в поле воин. Он, получается, вся жизнь, которая движется вокруг меня, за себя буду говорить, где бы я был, хоть в лесу, хоть в тайге, хоть на море, на речке, там, по работе, там, во всех видах транспорта, там, в самолете, в поезде, там, в автобусе, там, в такси, в банк сделал, пришел какие-то платежи делать, в магазин что-то пришел приобрести. И, увидев человека умного, который мне понравился, и я готов в него вкладывать свое время, да, ну, какая-то интуиция, чуйка, да, он мне понравился. И у нас мы по духу совпали, да, без разницы. Каждый день дарит какую-то новую встречу. И ты строишь свой бизнес, да. В каждом регионе есть уже филиалы, как правило, этих таких мощных компаний. И они могут прийти, приобрести продукцию по более выгодным ценам и точно так же строить свою ячейку. И компания-производитель платит им процент. Единственное, только есть критерии выбора компаний. Надо уже, конечно, есть компании однодневки, есть компании слабенькие, поэтому нужно найти компанию, где и продукция эксклюзивная, качественная, по самым выгодным ценам, да, вкусные цены должны быть, да, мы должны быть впереди всей конкуренции, да, вот, в правовом поле, и дело передается по наследству. Все, что мы успеем сделать, эту структуру, мы это место уже с готовыми ежемесячными вознаграждениями передаем своим детям, внукам. Вот. Вот такая тема, да, вот так это все работает, вот на это я положил 27 лет. Все, за что я брался, у меня все получалось. Но я взялся за такую серьезную работу, работа с людьми разных целевых аудиторий. Я очень долго тратил время на людей, которые, ну, с плохим финансовым достатком. Я думал, что им нужны деньги, и они готовы работать. Но, видите, дело это такое марафонистое, понимаете, и надо вкладываться. А люди, которые, ну, с мышлением работника по найму, они не готовы вкладываться, понимаете. Это нужны предприниматели с предпринимательским складом ума, и люди понимают, что надо наращивать оборотные средства, надо вкладываться в бизнес, да. Но для этого надо в него верить, любить, выбрать тему себе. Вот я выбрал сейчас тему Lambre.ru, парфюмерия, косметика, больше 20 лет. For Life Research, которое спасло нас от онкологии, стойкая ремиссия и по аутоиммунным процессам. И там и для детишек хорошо, и для пенсионеров, и для спортсменов. Вот. На ногу только не урони. И получается... Мне, конечно, себе можешь. Мы с Михаилом Михайловичем. Вот, Михаил Михайлович, тут нашел гантели мои старые. Забирай. СССРовские. Забирай. Не, поставь, а я не нагнусь тоже. Мы же уже с тобой старенькие. И получается, что... Пойдем позавтракаем яичницы. Солнце встает на востоке. Я пожарю. И получается, что, друзья, параллельно можно и общаться с приятными людьми, и в других регионах находить людей, и строить бизнес в других регионах. Да, и компания, и производитель платят процент за это. Да, и дело передается по наследству. Вот так это работает. И я остановился... Через 27 лет это lambre.ru, парфюмерия, косметика, For Life Research, БАДы для компетентного иммунитета, 4life.dv.ru, 4life.com и касса взаимопомощи BeFree. Ну и физический труд, вот покос, зимой кочегарю, вот видит, вот мои трубы, да, кирпичные, а вон железная труба, гостиница «Маяк», даю тепло 30 номеров. Ну вот как бы так, поэтому в принципе все как у всех. Да, свечной заводик не успели мы построить. Вот, ну вот качаю 27 лет индустрию сетевого маркетинга. Все, помогай Бог. Тут у меня котята еще. Отдам котят в хорошие руки. Вот, ну дровишки сушим, у нас все утонуло. Поэтому мы сушимся здесь. Вот, красавчик. Красавчик, вот они мои котики. Вот они мои котики, три братика осталось. А вот, вот они, красавчик. Этот любит в зеркало на себя смотреть. Ну все, помогай Бог. Вот, все нормально, с душой, с волей, со знаниями. Наставники есть в каждой теме, которые помогли большому количеству людей, которые пораньше меня начали заниматься этими делами, у которых вознаграждение больше миллиона в месяц. Поэтому у меня есть перед глазами наглядный пример. И реально оценивая свои ресурсы, понимаете, нужно правильно оценить свои ресурсы. Уже, допустим, пилотом самолета я не стану. Или, допустим, водителем фуры там или
дальнобойщиком я уже не стану, понимаете? Вот, поэтому надо оценивать там преподавателям в школе. Ну, здесь тоже преподавание есть, но тут немножко своеобразное преподавание, да, навыкам, которые приносят людям здоровье, красоту и деньги, да. Да, преподавателям мы отчасти преподаватели. Вот у меня есть YouTube-канал Владимир Стороженко, и на нем я говорю, раньше я лекции читал там и в больших коллективах, и с врачами, вот, проводил мероприятия, да, там по иммунитету вот рассказывал, как работают БАДы компании Flife Research. Ну, много. Ну, сейчас я просто взял вот триммеры в руки и показываю своим трудом результаты. Вот 1500 соток летний тренировочный лагерь Суворовского училища с мая по октябрь кашу, да? 2021 год, 2022 год, 2023 год, вот 449 соток скосил. В те годы 1500 соток скосил за 5 месяцев, там получается вахты по 12 суток, по 18 суток живую работаю, там шершни летают, змейки, осы, да, все это преодолеваю, у меня есть экипировка специальная, там плащ химической защиты, работаю и по ночам, и в ночь, ну, в покосе, как бы, я за 4 года, ну, владею, как друзья говорят, Владимир мастер, мало кто так качественно косит, поэтому, друзья, но по душе мне, конечно, объединять людей под идеей какой-то продукции или какой-то компании, да. Вот я говорю, компания lambre.ru, парфюмерия, косметика, Flife Research, БАДы для компетентного иммунитета, потому что они спасли от смерти нас, и финансовые потоки, BeFree. Вот тоже человек, Татьяна Николаевна, увидела меня в Ютубе и сказала: Владимир Владимирович, вашу бы энергию да в денежное русло, вот давайте с нами поработайте, BeFree. Я говорю, да я с похожими темами работал, говорю, там то рандом включается, говорят так, потом правила игры меняются. Ну и вот я изучил BeFree. 6 лет уже работает, 5 аудитов пройдено, 135 закон Российской Федерации разрешает. Можно зарегистрироваться в налоговой инспекции как консультационно-информационная деятельность, спать спокойно, платить 6%. С 1 060 000 можно отдать, да? Вот у человека, у моего наставника сейчас за 2,5 года 10 миллионов. Почему бы не подработать вот за такие деньги, да? А смысл один. Встречать интересных людей, которые хотят здоровья, красоты, денег, и объединять их, да? Консультировать, помогать в нюансах. Вначале брать на себя какую-то львиную нагрузку, да? Потому что людям некогда, они еще в эту тему не погрузились. А со временем, когда они почувствовали ожидаемый результат, или результат их приятно удивил, они уже начинают, их уже не остановить. Вот меня же уже не остановить 27 лет, понимаете? Меня никто не мотивирует. Я сам ищу мотивацию от своих целей в разных сферах жизни. Не обязательно только деньги, да? Ну все, пока-пока. Солнце встает на востоке. Прекрасное субботнее утро. Сейчас триммеры подкорректируем. Там подачу топлива что-то многовато стали бензина кушать. А это котик, это мешки просушиваются, а это вот дровишки. Потому что печку надо просушивать. Утонул у нас дом, два дома. Поэтому сушимся. Ну все, на моем YouTube-канале я показываю жизнь без прикрас, как она есть. Но оптимистично, потому что есть надежда, вокруг нас есть люди. И люди тоже хотят быть здоровыми, красивыми, богатыми, да? Поэтому мы их объединяем. А это позитивчик мой, позитивчик. Отдадим котят в хорошие руки. Ну, вот этого красавчика себе, наверное, оставлю. Все, солнце встает на востоке.